Чемпион мира по грэпплингу прилетел на Алтай. У нас в гостях Джефф Монсон запланировал насыщенную программу. Так, в Барнауле Джефф сыграет в футбол вместе с трудными подростками и проведет мастер-класс. Перед этим в сибирской медиагруппе знаменитый на весь мир боец ответит на вопросы ведущих журналистов холдинга. Наверняка Джефф поподробнее расскажет о том, зачем он получил российское гражданство и о значении многочисленных татуировок, например, серпа и молота, а также красно-черной звезды на груди. Сразу же после этого Монсона ждут в спортивном манеже «Темп». Именно там запланирован мастер-класс, автограф-сессия и футбольный матч. Вход бесплатный.